Всем привет! Сегодня Катя, Макс и я, мы все вместе проведем ночь и целый день в домике на дереве. Вау, это круто! Такой большой! Пойдем шевелиться! Мне самая большая кровать! А может мне? Мне самая большая кровать! Кать, помой себе! А я как? Моя кровать! Подождите! Деду, вот! Прикольный домик, столик. Сначала надо кровать. Вот. Вау, как круто. Вау. Обалдеть. Да, круто. Мне нравится. Ну, кровать моя. Я? Это... Вот это моя. Моя. А я тогда где? А твоя? Не знаю, не мое дело. Так, ладно, тут занято. А можно я на диване хотя бы? Не, иди на улицу. Не, ну нормально, я вас сюда привез, и меня выгоняют. Палаточка у тебя зачем? Ну вообще, я думал, ну как-то, ну днем, не знаю. Ну ладно, могу и в палатке. Иду искать место. Так, и что это у меня? Палатка и чипсы. И это что, я буду только с этим проводить день в домике на дереве? Ну как-то не смешно. Надо искать место, где ее поставить. Где же место? О, тут прикольненько. О, тут можно и без палатки поспать. Зато с видом шикарным на природу. Ох, даже получше, чем в домике. Красота, свежий воздух, лепота. Палаточку под голову вместо подушки. Отлично. Чипсики. И можно очень вкусно проводить уикенд. О, сырные, мои любимые. Ой, какое солнце. Надо закрыть. Пора размещаться. Давай мы посмотрим, что я взяла, чтобы жить в домике на дереве. Открывай. Итак, что мне обязательно пригодится за это время? Лак для ногтей, набор, чтобы веселее и красивее было. Дальше. Такая шапочка уточки, чтобы мыться. Я забыла показать. У нас есть еще душ и туалет. Пойдем со мной. Это все на высоте. На домике на дереве. Вот это наша кабинка. Тут даже плитка. И вот такая вещь. Такой огромнейший толстый кран. Унитаз. И, наконец-то, душ. Нам надо тут шапочку мою. Пойдемте продолжим разбирать нужности. Какие там еще нужности? Вот палатка есть, кепка есть и хватит. Не, очень много вещей надо. Наша уточка, огроменная крыса-желе. Это отпугивать голодных. Знаете, что это? Это разноцветная с юникорном туалетная бумага. Пригодится. Так. Очень-очень нужные браслеты. Если их одевать, москиту тебя не будут кусать. Москиту это комары. Очень нужная вещь в лесу. Обязательно у нас должен быть мини-хоум-под. Как же без него? В домике на дереве будет партии. Аллилуйя. Аллилуйя. Моя красота. Давай включим. Лип-глосс. Бальзам для губ. Как же без него? Губы же надо красить. Давай один возьмем. О, тут даже вот такая золотая бумажка. Пригодится. Окей, давай. Пурпурный. Вот такой. Так вкусно пахнет. Так блестят. О, вот чем люди занимаются в домике на дереве. Так, красоту никто не отменял. Так понял, конечно, в домике с зеркалом и душем жить. Итак, губки накрасили. Ароматизатор Jelly Belly. Обязательно. Очень красивый. И пахнючий. Прям как клубничка. Куда же тебя повесить? А, бабл-гам. О, вот туда. Класс. Что следующее? О, это молочный коктейль с чиа-сицами. Надо поставить в холодильник.
Ой, да, у нас в домике на дереве тоже есть свой холодильник. Открывать? Холодно. Давай вот сюда. Класс. Итак, вот это мой замороженный сок. О, точно, надо это еще в холодильник. Холодильник. Он нас спас. Моя тролли-лампа, она мне будет ночью освещать помещение. Такая пушистая. С лампой это потом. Продолжаем. Мой сок. Ням-ням. Ой. Класс. Орео Леди Гага. Моя любименькая. Леди Гага Орео. Это на потом. Итак, продолжаем. Лук мы будем делать барбекю. Салат будем кушать. Такие вещи. Я не знаю почему, но пригодится. У меня есть молоко. Чтобы делать хлопья. Мои любименькие. У нас есть два сока. Passion fruit и ягодный. Будем их разбавлять в водичке. У меня есть мои чупа-чупсы Bubblegum. Мой любимый. И, наконец-то, бинокль, чтобы посматривать за мальчиками. Ой, вау. Ну что, все тебе видно через эти бинокли? Да, идеально видно. Вот и замечательно. Теперь смотри, что я с собой взял. Я взял с собой Орео. Класс. Мои любимые. Потом я взял лампу. Кошку. Похоже на Пушина. Вот. Пригодится ночью. Сейчас вам покажу, как она работает. Будет мне ночью освещать домик на дереве. Ой. Продолжаем. Теперь у меня туалетная бумага с языком. Катя, ты показала наш туалет здесь в домике? Показала. И душевую тоже показала. Окей. Что? А я могу вашим туалетом на домике воспользоваться? О. Туалетную бумагу взял с собой? А что, надо было? Но. Не, я не брал. Ну тогда... Держи. О, я спасибо. Поделюсь. Все, я пошел, посижу на троне. Иди, иди, а я продолжаю. Вау, вот это тут королевский туалет. Все, пока. А, может мне тут и переночевать? Я подумаю. Вот эта штука мне пригодится. Мало ли, кабан будет догонять. Алло, алло, привет. Или вообще тема. Включить сирену и испугать его. Следующее. Фрисби. Всегда нужная тема на природе. Эй, ты чё? О, словил! Так. Это если будет ночью холодно. Холодно. Если реально замерзнет. Следующее вот это. Перекус. Ах, так вкусно. А дальше мое самое любимое. Это маршмеллоу с палками, чтобы барбекю сжарить. Вот. Палки. Вот. Класс. Катя, давай разжигай костер. Нечем мне больше заняться. Жарить тебе маршмеллоу. Пап, костер разведешь? Костер? Да давай, может, пока без него. Давай просто поотдыхаем, а? Я маршмеллоу не люблю. А, окей. Можно просто покушать. Класс. Следующий. Это чтобы ставить смузи. И воду, и напитки. О, класс! У меня как раз два разных есть. Можно сделать соки. Просто водичку добавляешь и все. Отлично. Займемся этим.
И последнее, это телевизор. Это чтобы мой телефон увеличивался. Вот. Зачем ты хлам тащишь? А у меня будет личный телевизор. На моей двуспальной кровати. Везет тебе. А у меня классная софа. Мягенькая. А сейчас вообще цимис. Попкорн с телевизором буду есть. Попкорн? Ага. Еще у меня хлеб с мазилкой. Хлеб с вареньем? Я люблю такое. Можно я у вас чуть-чуть поживу? Это мое. И это не варенье, а вареная сгущеночка. А у тебя не слипнется? Нет, нет. Я же готовился. Ну дашь мне кусочек. У меня только чипсы, доритосы. Ладно, поделюсь. Только карамелью чуть-чуть. Окей, спасибо. Договорились. Во, я немного. Угу. Надеюсь, он не стырил. Вот это подфартило. Карамелька. Я еще, кстати, ни разу такую не ел. Обалдеть. Просто обалдеть. А ты любишь вареную сгущенку? Ставь лайк, если любишь. Вот такой большой. И пиши в комментариях, какую сгущенку любишь больше. Белую или уже вареную? Я люблю, честно, разные. И ту, и ту. А это оладушки в виде медведей. Привет, Валерий. А теперь делаем вот так. И пусть весь мир подождет. Эй, а ты там немного ешь мои сгущенки? Ну, ложечку только. Окей, еще один кусочек, так, и все. Хорошо. Вот один кусочек. Все, возвращаю. Спасибо. Спасибо. На, держи. Вот так можно жить в домике на дереве. Ничего с собой не взял, зато не голодный. А чай у вас там есть? Для тебя нет. Вот жадёбы. Ладно, на этом спасибо. Хорошо, и вкусно. Может, еще что-то дадут? А что у вас там еще вкусное есть? Не слышу, как будто бы. Дальше, дальше, дальше. Это, похоже, для барбекюшки. Сосисочки! Будем делать хот-доги. На барбекю. Крючок. Ладно, пригодится. И молоко. Точно. Так, так, так. Лягушка желейная. Вот это, не знаю, ли пригодится, но... И мальтезерс. Будем делать какао с молоком. Где-то мое молоко. Сейчас и замесим. О, точно. Еще у меня нёрфы. Мало ли, мы же в лесу. Пригодится. И теперь делать какао. Эй, а ну-ка слезь. Я сейчас буду какао делать. Это стол, что ли? Ладно, сорян. Я думал, кровать вообще. Освободите место, я сейчас буду делать себе какао. Молочко. Опс. Во даешь. Заляпал меня. Будь здоров. Ого, может хватит? Да. Вау, я тоже такое хочу. Извиняйте, но это только для Максима Андреевича. Нормально, а для Андрея Викторовича ничего нету? Ничего не знаю, какао для меня. Отлично, обожаю мальтезерс. Я тоже обожаю какао и мальтезерс. Ладно, в следующий раз. Угу. Смотри, белка. Не получилось. Там тоже белка. Ах ты жулик. Ладно. Один, один. А у меня 2-1. Классный дом, да? Да. И ты прикинь, мы здесь проведем целых 2 дня. Класс. Обалдеть. В тишине, в красоте. Да. А ты видел вообще какой-то дом здоровенный? Да. Идем, обойдем вокруг, покажем. Давай. Эй, вы что тут жужжите? Дайте мне поспать. А что спать днем? Отдыхай, гуляй. Вот мы снимаем домик. Смотри, какая красота. Вот такая. Оу! К сожалению, во время съемок произошла реальная авария. ДТП. Вот одно крыло, вот, к сожалению, не держится. Теперь у нас не...
квадроцикл, а трицикл, которого одно крыло, вот, к сожалению. Ну и все, минус 500 тысяч баксов. 1000 фунтов. Это 1000? Да. Ну, батарея хоть целая. Просто из-за того, что в дерево. Ну, не знаю, можно попробовать починить, ну, I'm not sure. Дерево, посмотри, отломалось. Оно упало на крыло. Жаль. Ой, как жарко, пить хочется. О, у меня же есть из чего сделать сладкий напиток. Банка и вода. Я себе буду делать сладкий напиточек. Вау, круто. А с нами хоть поделишься? К сожалению, я только брала для себя. Хорошо, хорошо. И сок ягодный. Так вкусно пахнет. Мне кажется, достаточно. Класс. Вкусно, наверное. Я бы тоже выпил. Вот надо было ей брать из дому. Готовиться. А у меня был коктейль или какао. Ну и что? А у меня даже водички не было. И никто мне не даст попить. Совсем не даст попить. Бери. А я хочу вкусного, сладенького. Ах, какой баловный. Воду пей. Ладно. Дай хоть попробую. Ладно. Yeah. Я тоже. Один глоток. Стоп. Можно мне тоже? Нет. Что? У тебя есть твоя. Пожалуйста. Твои пожалуйста не работают. Жалко у вас. Держи. Что-то мне начинает быть скучновато. Да. Может, устроим какой-то конкурс, челлендж? У меня там есть с собой запасы прикольчиков. Интересно, давай. Что там у тебя есть? Ха, классная тема есть. Сейчас принесу. А ты пока банки там приготовь, я в комнате у тебя видел. Банки? Сейчас гляну. Кать, ты банки какие-то видела? Я что, варенье приехала закручивать, что ли? Да нет, папа там челлендж хочет какой-то устроить. Челлендж? О, а вот банки под ногами. Точно! Зачем им банки? Ой, эти парни. Эй, Макс, там еще кроме банок найди Катю, крючки и нитки. Давай все сюда. Катя, крючки и нитки? Что это за челлендж? Короче, я для них придумал крутейший челлендж. Сейчас они будут вылавливать у меня скитлсы и эмендемсы. Вот в этой сумке у меня есть одинаковое количество скитлсов и эмендемсов. А, и еще. Вау. О, в одну мы насыпем скитлсы. А в другую эмендемсы. А теперь Катя и Макс будут с высоты доставать вот эти ведра. Как они будут это делать, я не знаю. Кать, Макс, идите сюда. Катя, бери нитки и погнали со мной. Нитки? Только вязанием здесь я не занималась. Идем. Теперь что? Молодцы! А теперь с помощью нитки вы можете достать ведра с M&M'сом или со скитлсом. А банки зачем? А банки для конфет. Кто быстрее наполнит банку драже, тот и победил. Ну, классная идея! Поехали! А на скорость? Ну да, кто первый, тот и победил. И тот забирает себе все конфеты, а второй остается с носом. О-о-о, надо срочно начинать! Я первая! Я тоже! А как разорвать? Катин уже здесь. А. Что ты, ты решил распутать весь комок? Нет. Клубок? Или как это называется? Ты распутываешь его? Хочу его обратно. Я хочу его обратно. Почему я это сделала? И что дальше? У нас крючки были! Точно! Теперь я поняла, почему тут крючки были. Ага. Мне надо распутать комок. No! Запуталась? Катя, ты наступаешь на мою? Катя,
Катя! Так, кажись, Макс уже собрался. Я хочу завязать. О, нет, Макс уже достает вещи. Катя, ты запутала мою на твоей ноге. Ладно, вот это подойдет. Так, Макс уже готов ловить. О, Катин крючок тоже здесь. О, кто же первый поднимет корзину? А ну-ка, кто же будет победителем? Ух ты, по-моему, шансы равны. Очень близко все. О, Макс зацепил. Нет, есть? Нет, неправильно зацепил. Оно не поднимется. Если он сможет поднять, я буду в шоке. О, лучше стало. Мне кажется, стало лучше, реально. Катя, Катя тоже. Ой, Катя тоже близко. Мне сильно тяжело. О, реально тяжело. Мне порвалось! Порвалась нитка! А получится ли у Макса? У Макса там двойная, тройная нитка. Есть! Есть! Yes! Макс в первом раунде побеждает, потому что он сумел поднять. А разве так можно? Так никто не договаривался! Они я жулики! Я победил! Так, это остается мне. Но это еще не все. Еще нужно наполнить банки конфетами. Я первый! Есть! Катя, что ты меня толкаешь? Так, а теперь задача не пачками, а рассыпать конфеты, как Катя делает, Макс. Как? А вот так. Именно, конфетками. Я себе заработал тоже. Не рассыпать. А что случилось? Тебе не хватит до полной банки. Победит тот, кто наполнит банку до верха. Мне кажется, Катя, тактика не очень хорошая. Как-то банку ты держишь одной рукой. Надо банку по-другому взять, может. Я не знаю, как. Не знаю. Вон Макс ведь не тратит силы на держание банок. Мне кажется, у Кати больше шансов. У нее крупные МНГ-мсы и быстрее наполняют. У Макса как-то мелкие пачки, что ли? Да. А ты видел, у тебя там есть более крупные пачки? Где? Вот чуть ниже. Сверху маленькие просто. О, сейчас Макс будет догонять Катю. Может быть. А может и нет. Но Кате может не хватить. Она мне оставила несколько пачек. А сколько конфет на земле? Мне жалко. Так, поедать нельзя во время съемки. У Макса работы много, но у Кати уже половина банки нас сыпана. Смотри, она тебя реально опережает. Я не знала, что надо было пачками. Ну так. У тебя конфеты реально мелкие какие-то. Катя раз-раз-раз и быстро заполняет все. И что, Катя читерила, чтобы поднять? Мне просто порвалось. Так может тебе надо было вернуться и привязать опять крючок? А мы у зрителей спросим написать, что они думают, читерила Катя или нет? Или, может, ей все-таки надо было ее заставить еще раз поднимать веревочки, как правильно, как договаривались. Я Максима скидывал за один стырила, села. Жуля ты, потому что. Я тогда тоже у тебя. Нет, у меня он был. Эй, ты что делаешь, Макс? Жулик, не, ну так же жулить нельзя, совсем жулик. А тут так пахнет фермой. Потянула ароматами. Итак, Катя, похоже, близко, очень близко к финишу. Катя бы совсем еще не начала, если она не житерила. Это точно. А у Макса только половина. Да мы такие толстые маленькие. Ой, нет, я помню, пачку бросила вот туда. О, хорошо. Это мои пачки. Эй, я вот эту бросила. Так, Катя заканчивает. Последняя пачка, и у нее не хватает. А что ж ты топчешь? Что ж ты топчешь конфеты? Я не топчу. А кто топчет? Ну, в смысле, ногами топчет. Подавила сколько? Ай-яй-яй. А, это мои. Это конфеты были. Окей, но все равно я закончила. И ты все равно их рассыпаешь. Я только одну взяла. А закрыть? О, даже больше, чем надо. Ну что, Катя побеждает в этом. Так она первая заполнила свои... Дэнсы. Катя проиграла. Нет! Катя не успела доказать свою победу. Это нечестно. Похоже, у Макса появились все шансы победить. Смотри. У Кати там вообще чуть-чуть, и с травой даже.
А у Макса уже почти помыли. Вот это да. Можно сам? Я мне спешу. Лучше я бы поспешил, потому что Катя в прошлый раз очень быстро набрала полную. Итак, задача. Набрать и накрыть крышкой, помните? Да. Кто первый этот делает, тот и молодец. Так, сколько осталось? Максу осталось пару пачек буквально. Катя еще чуть-чуть больше половины сделала. И это при том, что я уже ей отдал свои конфеты. Она свои уже все потратила. Так, сколько там осталось? А ну-ка. По-моему, Макс уже очень близко к финишу. Катя насыпает земли и травы немножко, то, что с земли собрано. Но это ей не помогает. Она все равно очень далека к победе. Мне кажется, Макс уже готов. Ты можешь уже накрывать крышкой. Крышка что, должна утопиться, конечно. Уже даже не закроется. И, а ну, смотрим, как, кто и Макс! Я тебя поздравляю! Макс первый набрал полную банку. Нет, у тебя далеко еще до полной. И Макс заслуживает забрать себе все конфеты. И скитлсы, и эмендемсы. Правда, я не знаю... хочу эмендемсы, там даже муравей там. Я не знаю, или Макс захочет их себе, но ты имеешь право их забрать себе. Поздравляю! Лишь бы, чтобы не дать Кате, я их возьму. Мне кажется, солнышко уже собирается ложиться спать. Уже совсем низко. Мне кажется, вам тоже пора собираться. Давай. Давайте. Мойте все свои ноги, зубы Катя. Чистить и отдыхать. Да. А конфеты забирает победитель. Все, держи. Давай, всем купаться и спать. А мне что, реально здесь как-то палатку раскладывать? Да. Итак, наша ночь в домике на дереве наступает. Я сплю на шикарной двухспальной кровати с котиком моим светильником. Папа, спокойной ночи. Спокойной ночи. Да ладно, не буду я раскладывать палатку. Я подожду, пока они уснут, и ночью к ним приду. Кто там на двухспальной спит? С Максом, значит, буду. Пока здесь посижу. Лайк поставь, подпишись. Пиши в комментариях, какое бы место ты выбрал для ночевки в этом доме. А? Интересно. Я бы, конечно же, хотел на двухспальной кровати. Ну, Макс жулик забрал. Ну все, всем пока. А я жду ночи, пока уснут все. Крепко. А мы все слышим. А, не-не, я ничего не говорил. Это вам послышалось. Ну все, всем пока. Пока. Доброе утро всем! Классно поспали. Хорошо здесь. Эй, гаврики, вставайте! Пора эти свиней кормить. Вот шашлык из них делаем.